В Курчатовском районе легковушка влетела в остановку. Шокирующие кадры аварии попали в объектив камеры наблюдения. Это Комсомольский проспект. Во время поворота иномарка не пропустила легковушку на встречке. От удара машину выбросило с проезжей части прямо на остановку, и иномарка впечаталась в павильон. Видно, как люди успевают разбежаться в стороны, но легковушка сносит скамейки и стенд с рекламными объявлениями. Вся конструкция полетела в людей, которые укрылись от машины под крышей остановочного комплекса. По данным ГАИ, никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась даже водителю легковушки.